В администрации Ленского района прошла церемония инаугурации главы муниципального образования. По результатам минувших выборов победу в предвыборной гонке одержал Александр Харунов. И 18 сентября он официально вступил в должность главы района. Удостоверение главы Харунову вручила председатель Ленской территориальной избирательной комиссии Елена Ермакова. После этого вновь избранный мэр принес присягу. Ваша выделенная победа на выборах является свидетельством высокого уровня доверия внутри города. Своими голосами избиратели выразили поддержку вам и выбранными вами курсом. Умение ставить и эффективно решать масштабные социально-экономические задачи, укреплять социальную стабильность и повышать уровень благосостояния людей стали неизменным приоритетом в вашей работе. Уверен, что ваш высокий профессионализм, компетентность, организаторский талант, серьезный подход к любому делу и накопленный опыт позволят и дальше проводить высокое доверие общества.